Бендерский историко-краеведческий музей – один из старейших в стране. Его открыли в 1914-м. Шла Первая мировая. На российском престоле был Николай II. В 1916-м он посетил Бендеры и вполне мог зайти в местный музей. Тогда в экспозиции в основном природные богатства. Чучело животных, минералы, гербарии. А сам музей основал барон и председатель губернской земской управы Александр Стюарт. Он был естествоиспытателем, зоологом, доцентом Новороссийского университета и первым директором музея этнографии в Кишиневе. Музей был небольшим изначально и носил в первую очередь естественный природоведческий характер. И, собственно говоря, в основе музея лежала коллекция и материалы, созданные мастерской учебных пособий Бендерского земства. Основой его экспозиции составляли чучело животных, гербарии, различные минералы, коллекции минералов, в том числе привезенные из-за рубежа, в том числе его основателем бароном Стюартом. Он специально ездил за рубеж для того, чтобы привезти в Бендеры какие-то новые уникальные экспонаты, которыми город не располагал. Учебная мастерская, в которой делали чучело птиц и животных, была недалеко от Бендер в Хаджимусе. Вот этих косуль сделали именно там. Виковые чучела сохранили форму и цвет. Есть тут вещи и подревнее. Например, зуб мастодонта, бивень мамонта, статуэтки трипольцев. А еще лодка из цельного дерева. Ей почти 600 лет. Всего в Бендерском музее 70 тысяч экспонатов. Все эпохи нашего края. Это фрагмент плиты, которая когда-то располагалась над въездом в крепость и сообщала об истории появления Бендерской крепости и о дате ее строительства. К сожалению, у нас в музее только фрагмент, большая часть плиты была утрачена. Возможно, она тоже где-то находится в других коллекциях частных, которых мы не знаем, но, к счастью, в Бендерах сохранился вот этот небольшой фрагмент. Три раза Бендерский музей менял свою прописку. После Великой Отечественной войны из бывшей земской управы переехал в небольшое одноэтажное здание на улице Пушкина, а в конце 80-х в старинный особняк бывшего коммерческого банка, где и находится сейчас.